Всем привет от Америкарс. Сегодня хочу показать зарядные станции Tesla, которые находятся у нас в Канаде, в Монреале. Меня зовут Алекс. Вот он я. Погодные условия у нас, конечно, не очень сегодня. Минус 15, пусть идет снежок. Мы все время проезжаем мимо этой зарядной станции. Даже не знаю, насколько тут постов для автомобилей Tesla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот 16 получается постов, да? Вот одна из машин стоит. Ну, так как сейчас только 9 часов 30 минут утра, вот сегодня, сколько, ну, 18 января 2019 года, вот только одна машинка и стоит на зарядке. Как видите, вот она сразу подключена. Как я понимаю, это все заправляется недаром. И ничего, никаких денег не платят. Ну, то есть, что я хочу сказать. Вот каждый владелец Tesla, здесь часто вижу этих машин, подъезжает к такой вот заправочной станции. Свой личок вставляет этот фирменный пистолет Tesla. И заряжает свою машину. Я думаю, что в ближайшем будущем это все появится тоже в такие же станции в Украине. Как открылось официальное представительство Tesla там, в Молдавии, ну, в других странах, я не знаю, как там еще в России, но в СНГ будет потихонечку появляться. Но в Европе это уже давным-давно есть. Просто сеть развивается. Ну, то есть как бы вот это я вам и хотел показать. В принципе, смотрите видео, если будут какие-то комментарии, спрашивайте. Постараюсь максимально вам ответить на все-все вопросы. Вот это мы находимся в Монреале, в Канаде. Еще раз покажу вам.